переживает за худого, друзья, ну, он стал выглядеть получше, у него шерсть заблестела, он стал лучше выглядеть, он кушает более-менее. Ну, все нормально, пакетик каждый день я ему приношу, но не только я думаю, его кормят, тут и в мясном, наверное. Да, дружок, все окей будет? Все окей будет. Всем привет, друзья, 8 число, 5 часов вечера. Не попал я, к сожалению, на ДТТ сегодня. Ну, наверное, так свыше суждено. Хотел встретиться с дядей Юрой, не виделись мы уже 12 лет, и, ну, не получилось, у меня не получилось. Там проблемы с отъездом, с уездом оттуда, и не все так просто. В Экспо. Экспо, оказывается, находится в 25 километрах, блин, от автовокзала или от центра. От центра или от автовокзала Анталии. Вечером, если бы я от него вышел оттуда в 11, уже и трамвай этот не ходил бы. Ну, короче, в общем, еще есть факторы, которые не способствовали тому, чтобы я туда поехал. Но я не расстраиваюсь. Надеюсь, это еще не последние гастроли в Турции ДДТ. Как-то так вот. Так получилось, что не получилось в этот раз, к сожалению. Идем сейчас гулять в сторону Оба, наверное. Так, погода. На солнце. Ну, можно сказать, что довольно жарко, но довольно свежий ветер все равно. Вот если бы я сейчас с моря мокрый вышел, этот ветер. На солнце сейчас не меньше 28, днем больше было. В тени 24-25. Свитер теплый взял, конечно. Блин, уважаемый человек, мое почтение. Наши хлопковые деревья, красавцы. Листики у них есть зелененькие. Наконец-то они все с листьями теперь. Да, довольно жарко. На солнце, может, и больше даже сейчас. Может быть, даже и тридцатка, а может быть, и больше. Реально, я сначала недооценил. Сыграл бы ДДТ, но не знаю. Это было выучить. Кстати, последнюю осень можно выучить. Вот она, посмотрите, все не сильно сложно. Смотрите, зацвела здесь вот эта вот местная сирень. Я не знаю, что это. Она похожа листьями на акацию, если я не ошибаюсь, да, вот этими листиками. Мягкие такие, отцветет. Видите, какие цветочки прикольные. А, это не она уже. То там рядом дерево, это не она. Или она? Нет, так и она. Она. Тут второе дерево рядом просто. Кс-кс-кс. Иди есть, дам, котяра. Кс-кс-кс. Иди сюда. Кс-кс-кс. Ух ты, какой потрепанный жизнью. Привет, позитивчики. Люди мало по улице как-то. Может, мула, все уже черная вся на дереве осталась. Почернела, сморщилась. Эх, как жалко. Но радует, что она еще есть на рынке. Пока еще что есть. Будут у него глаза или нет нарисованные? Ну-ка. Авокадо. О, кстати. А, тут листьев нет, они дальше. Пойдем посмотрим. Да. Здрасте, сейчас. Девушка, а не подскажете, как пройти библиотеку? Вас можно показывать? Нужно, нужно. Какой отель? Панорама. О, скажите, панорама, ваше впечатление. А то у меня там знакомая хочет ехать в него. Отлично. А море чистое? Чисто, да? Потому что когда там бывает грязная вода, она меня пугает. Нет, нет. Нормально. Нет. А сервис все нормально, да? Там очень вкусная еда. Да? Вкусно готовят. Там в основном иностранцы, да, насколько? Да, все, Европа, да, да. Ну, вообще спокойный отель. Вообще, нам вы просто... не первый раз в Алании? Нет. Часто. Мы вас видели у себя, там, мы из Казани. Часто. Вы кормите, мы вы тоже... О, там это еще Мита есть магазин, Мито, Таук Балы. Скажите им YouTube, и они это, Мито, они фасуют по кило его. Привет, динозавр. Привет, мама с девочкой. Привет, девочка с кукурузой.
О, собака, вот это я обожаю, когда она зимой ходит. Ой, она такая интересная. Красивая в одежде. Ты видишь, у них вонки, а там еще будка. У них камышами заросла, будки не видно, домика их нет. Да, с той стороны видела. Ну, вот если идешь там, я подумала бы, наверное, вот здесь они, но это же не было. Ну, вот видишь, они сказали, вода чистая. Вот то, что я сейчас смотрю, вот для меня это вода грязная, извините. Вон то, что сейчас море. Я в такой бы не купался. Ну, может, возле панорамы чуть чище, тут сейчас вода не чистая. Ну, по крайней мере, возле берега. Дальше чистая, видишь? Вижу. А возле берега. Она-то может не грязь, может это песок, но тем не менее. Вот когда она такого цвета, я не купаюсь здесь. Вот. Погнали. Они меня услышали, они молодцы. Они добавили еще мишек. Я знаю, они меня смотрят. Спасибо вам большое. Они были, была только вот эта стеночка и все. А они еще добавили, они новых мишек купили. Блин, класс. Друзья, кто любит мишек, приезжайте. Все, я счастлив. Смотрите, как много. Блин. Осторожно, только помните, что тут велодорожка. Боже, какой кайф, а. Какие же они молодцы. Потому что это лучшее, что можно придумать. Вот что можно лучше этой улыбки еще придумать, а? Ну, разве что вот эту улыбку. Ну, какая прелесть, а. Все, они все новенькие, их снова много, и это классно. И это будет привлекать людей, детей приходить в это замечательное заведение. Оно самое позитивное, оно лучшее вообще у нас. Смотрите, какой красавчик. Нет, дама. Вообще бомба просто. У них он ходит делать съемку тоже. Видимо, рекламку будут делать. Они красавцы. Тут художник он сидит, видите? Ой, класс. Не, ну, блин, у меня слов нет. Ну, у меня нет слов, друзья. Да, попугай? Ну, скажи нам, раба. Раба, попугай. Спасибо. А, ты мяу сказал? Скажи, Ромка Рокер. Блин, их еще... Рома, это мишковый рай. Бомба вообще, наконец-то. Они, видимо, хотели что-то изменить, но потом поняли, что мишки это самое мишки то, что это надо. Бомба. Именно бомба вообще. Красавцы просто. Тематика. Там мишка садовник был, мишка Ну, наверное, они только начинают. Видишь, он одели одну пока только. Вообще класс. Класс. Так что приходите, наслаждайтесь, фоткайтесь. Только не забывайте про велодорожку. Остановитесь, посмотрите налево два раза, пять раз направо, а потом быстро приходите. Смотрите, кто помнит, у них ход был прямо здесь, деревянный этот вместе с ними. То есть уже. Нет, а теперь... они вот здесь стояли. Да, и это тоже, по-моему, здесь стояло. Они же поставили уже их в эту стенку. Я вот видео найду. Вот тут прям была вот эта арка. А, эта. Может... они принесли прям вместе с аркой. Может, прикольно. Так, я говорю, будет 34 на солнце. Валерия? Я думаю, 31. Сейчас смотрим. Правда, интересно. Если не меньше. Не, ну, больше 30. Все. Ну, да, тут солнце учти. Оно же на ветер не реагирует, оно только на солнце. Поэтому 30-ка-то это будет 100%. Этот проводок, это, наверное, вот датчик, да? Как да, и причем датчик у каждого 32. 32. Ты выиграл. А в тени давай говорим, сколько? Не, не знаю, в тени, наверное, 27. 23. Ух ты, как мало сказал. У меня ноги холодные. Это потому что ветер холодный. А ну-ка. 25. 25. 23. О, прикинь, видишь, на каждом свой датчик. Да, тут холоднее с этой стороны. Ром, стой теплее. Здесь ноги горячие, а здесь ветер, ветер холодненький идут. Так, сейчас я гляну. Она, когда Шапик приходил, она на стуле прям сидела, блин. Думаешь, да не, он-то ее никуда бы не делал бы. Она, скорее всего, просто где-то спит, но так попадает, что я на нее не попадаю. Ну да, не видно. Все ж приходят, раз она достопримечательность. Там, правда, сайт не на русском, он, по-моему, на турецком, вот ее страничка-то. Кошкина, блин. Я все равно самый первый. Я нашел видео 2020 года. Короче, я ее даже словником не называл тогда. Я говорю, вот какая большая кошка. Кошка, да. Угу, то есть я ее давно-давно знаю. Ну, тогда она еще правда, точно не медийная была. Здесь были, мы ее видели. Во. Я помню. Но она была чуть-чуть поменьше, по-моему, да, тогда? Мне кажется, она такая же. Такая же? Ну, просто фонарей. Размеров? Она где-то спит в тенечке, наверное, что-то не попадает на нее. Вода нечистая везде сегодня. Этой площадки не было. Первые несколько метров, но уже пару лет есть, да. Вот, когда я была, не было. Людей на пляже мало. Я сегодня лежала, загорала, я замерзла. Ветер. Вот этот постоянный, он же не порывами, он да, постоянный. Да, ветер холодный, то есть на самом деле солнце жаркое, но если ветер. Порывом, то он раз и...
это солнышко бы. А то я прям, я лежу. А мокрому вообще, прикинь. И я не полезла. Оно и так-то вода не алёк купаться. Там, не сильно приятно. Ну, терпимо. Она на ветре. Да. Жесть. Что там мы панику раздувает, что нет туристов? Где туристы? Друзья, видео попали с прошлых лет мне, этих же дней. Туристов не было. Я ходил, и также видео называется «Где туристы?». А ну-ка, что это, по-твоему? Он похож на слоника, еще на кого-то. А на самом деле это может быть совсем не животное даже. А, две собаки. Или собака с хозяином. Да, две собаки, наверное, ну или два животных каких-то. Или два каких-то инопланетянина, короче. Очень сильно стилизованные. Да, собаки с планеты Альфа Центавра. Так что и в том году, и позапрошлом, в эти дни я ходил, искал туристов, а говорю, что людей нет вообще, так что не переживайте. Конечно, в конце мая будут все приезжать, после 15-го хотя бы, а сейчас рано еще. Ну вот с браслетами все, там встретили зрителей, тут с браслетами. На пляже реально холодно сейчас будет. Какой? Все посносили там полностью. Не только апельсинку, а все. Ждем, там должны поставить такой вот фонтан с золотой земли. Неделю назад мы гуляли здесь. Да, может, камни были под водой, поэтому я не видел водоросли. Да, отлив, наверное, точно. Нифига себе. Так не люблю отливы-приливы. Но у нас их особо и не было. Они ярко выражены. Ну, тут сейчас, да, получается, вот эта вся зеленка, вся она это... Все, я тебя сторожу, видишь, от собаки. Вот такое, друзья, кто здесь сейчас, они в БИМах, вот такие пакетики. Они цену поставили 18 или 19, никто не покупал, они назад вернули 14. 14 хорошая цена за вот это. Любят синюю, вот самон рыба. Так, Эли, я так и не знаю, как его правильно читать, я его Елисей называл. Элизи Риве. Да? Риве там, да? Риве. А как Рива переводится? Ривер — это река, да? А там Р нету в конце. Ладно, переведем. Ну, короче, они его построили, там уже он и стулья на балконах. Они его с июня точно запустят уже, как я вам и обещал. Видите, как быстро все. Внутреннюю отделку там сейчас делают и мебель, наверное, затаскивают. Где-то одноглазонька. Привет, наша принцесса. Давай, залазь. Залазь сюда, смотри. Смотри, какая красота у меня. Ты видишь, я сегодня какую еду тебе принес хорошую, да? Красавица ты моя, да? Уже вчера пришел туда, Дианя кормила эту трехлапку. Ага. Она настолько мощно бегает с этими на трех ножках своих. И там фонарь стоит, и она начинает от него гладиться. Он пластиковый, но она его, я думаю, сейчас упадет и разобьется. Все, пока, принцесска одноглазая. Здесь вот не помню, был возле одноглазки пляж, наверное, скелет был, сейчас уже деревом обшили. Тут дальше джетскай этот и ничего нету, там дальше скелет тоже стоит. Ну, как-то они не вкладываются в начало сезона. Будьте здоровы, не чихайте на меня сзади, пожалуйста. Так, идем дальше. Монарх Сити Парадор будем смотреть следующим. Здравствуйте. Пахнет досками. Пляж строят. Пляж строят, лежаки стоят, а пляж по-прежнему строят. Так что, кто приезжает в июне, у вас еще есть шанс попасть на готовый пляж. Это Парадор. Парадор и Арси тут купался на этом пляже. Тоже Арси Хотел слева. И Монарх Сити. То же самое. Строят и лежаки. Нет, но он, по-моему, закрыт. Работает. Работает уже, да. Меньше людей, наверное. Там, да, там полно, а тут как-то мало. Люди есть на территории. Не знаю, почему они это раньше все не делают. Где пляж? Вот эти три лежака не важно. Тут скелет так и завис железный, его еще даже досками не начали обкладывать. Не знаю, почему они так тянут. Что-то да, все, или такой отлив, что вода открылась, которая покрывала все зеленое. Потому что не было зеленых камней, аж неделю назад ходил. Кто-то море выкачивает, что за фигня? Радик, ты был прав, море испаряется. Радик тогда на пыль смотрел, говорит, море испаряется. Блин, Радик, из-за тебя море так испарится все. Это ты или не ты? А что, не бежишь, значит не ты? Монарх Сити, это ты или не ты? Я не понял. Нет, тот всегда ко мне бежит. Значит, это не ты. Я тебе, короче, еды он насыплю, понял? Вон она, эта птица. Аня, я опять забыл, как его зовут. Короче... Аналог между страусом, между фламинго и кем-то, и цаплей, да. Калповые или калповые, вон он там один ходит.
Или это чайка? Нет, не чайка. Это точно он. Цапля. Но она не совсем цапля, у нее другое название может есть. Может быть. Красавица. Их семья здесь в Алании. Их вот, я не знаю, улетают они на лето, они улетают. В Египте ходят прям вот так вот. Нужно потрогать. А, ну да, в Египте, да, они в Египте чаще. Вот, у меня где-то фотографии они есть. Теплые, теплые края любят. И это я сижу, и она рядом стоит. Прям тут вот у нас хранитель фонтана, раба. Я все хочу спросить. Без камеры буду спрашивать. Про Аланию. Вижу туристов, которые дошли сюда, не знаю, с какого отеля, но с браслетами, парень с девушкой. Фонтанчик работает. Что это у нас лежит? А где пятнаша, не подскажете? Не подскажете, как найти пятнашу, а? Пятнашу надо искать. Привет! Ой, ты привет! Пятнашка! Пятнашка! Ой, ты моя девочка! Красавица, спала в кустиках где-то, да? Нет, я хотел к морю идти искать. Костик чистенький. Пойдем баночку тебе сейчас откроем. У меня еда вкусная для тебя, она сонная. Костик чистый у тебя, без колючек? Чистый. Да, друзья, тут реально отлив. Причем отлив такой реальный. Смотрите, вот это все было в воде. Нифига себе. Я такого вообще, походу, не помню, чтобы так было. На Клеопатре, то у скалы было немножко видно, эти небольшие, то больше-меньше чуть воды на первом пляже, да, Млотаж. Но вот чтобы такое было, смотрите, офигеть. Вот это все под водой должно быть. Я же думаю, что не могло оно пойти. О, а как ты сюда попала? Ты же еще там была недавно. Пятнашечка. Пятнашечка пришла на море. Обалдеть, конечно, как это все. Получается, метров на... Ну, минимум 10, больше. Тут больше, чем 10. Тут метров 15, то и больше, даже 15. Ну, это временно, я надеюсь. Потому что тут должна быть вода, где мы стоим. Да, пятнашка? Ты любишь море? Да, да, скажи. Сама в шоке, да? Привет, ананасик. Привет. Кошка похожая на тебя, он путает. Дезориентирует меня. Вон она лежит. Привет, зайка, привет. Все окей у тебя? Пляж ананас готов к сезону, отель ананас же. Открылся уже с 1 мая. Ну, люди есть. Кафешку строят опять же, кафешку только строят. Ананасик, у меня смотри, какие вкусняшки. Blue Wave, ну как Инна и рассказывала, заставили убрать фламинго, чтобы все пляжи были одинаковые. Они стоят вот здесь, их, а это один стоит, а на пляже их нету. Входим в район оба, господа. Время, уже время просто 6 часов 20 минут, но люди есть на пляже Blue Wave немножко, здесь местные. В реке, значит, она не сильно холодная, раз столько детей там лазит в реке. Хотя она по-любому ледяная, прикинь, они в реке. По-любому она холоднее моря. Ничего себе. Ой, собака плавает. Класс, не видно вам. Без зума, блин, не могу без зума вообще. Так бы я вам сейчас собачку приблизил. Воды много. Воды много, кстати. Не знаю, тают ли снега или они давно уже растаяли, но вода чистая, ее много. Green Garden. Я сейчас заметил, что мы идем по новым лифтам. Да, да. Я кормят? Вам пора уже новые лежаки купить, реально. Трассы, они уже вот минимум 5 лет, а то и 10, наверное. Да, да, да. Вот тут все отели, короче, вы видите, тоже везде. Кафешка, вон 32-й пляж. Не знаю, оба стар или кому принадлежит. Нет? Ну, да, оба стар не дошли. А, ну, значит, одна только, а остальные нету кафешек, только лежаки. Он работал. Кайла Хризантем. На балконах как-то особо ничего не видно. По пляжу не поймешь. А пляж? Вот тренажеры я уже показывал, потом вот эта штука, сейчас я ключ достану, будем пробовать. Ну, они что-то не то сделали. Так было бы очень круто, мы могли бы играть на ксилофонах несколько человек сразу, но они не звучат, они что-то не так сделали. Что-то с ними не так, короче. Сейчас вот если ключами тоже не зазвучат, значит, не, что-то не то. Они или не то дерево, или ну как, ну блин. Человек, который отвечает за это, ну вы же видите, что они не звучат. Другое. Чему тут звучать-то? Что-то с ними не то, короче. Это не то. Это не то дерево, либо что-то не так сделали, ну, нету звука. Вы посмотрите там же на площади.
на улице возле светящейся, как на хаджет идти. Там же она звучит, тут это просто бред такой. Вот это классная штука. Тут вот это единственный колокольный звон. Вот эти нормальные, вот это. Да, это нет, шикарно. А это как кастрюли. О боже! Боже, что я вижу! Ой, а я тебя не знаю, они, наверное, не знаю, кормят тебя там. А главное, они рыжие, котят. Да, она темная, они рыжие, вам не видно. Вот тут один старый пляж остался, 32-й, я не знаю, где тут, каких отелей. Там тоже следующий пляж работает, уже построен. Да, наверное, вот там, ага. Вон суд. Да, он. По улице как раз выходишь, да, и он был. Чуть ближе. А же мы смотрим и не можем понять. Еще в черный цвет. Вот что это? Что это? Адем Мурат унес все тайны с собой. Это возле Месут отеля. И такая же есть еще где-то ближе к Кайл и Казии такая же штука. Вот, она причем не железная, по-моему, она. Железная. А, подожди, сварка. А мы какую-то стучали, она была. Смотри. Сварка. Сварка. Странно. А где-то что-то мы стучали, она была как картонная. Нет. Это не она, значит, где-то еще что-то. В общем, как-то оно все странно, да? Все, пойдем по оба пройдемся, посмотрим. Отельчики работающие. Ну, туристы ходят, по чуть-чуть ходят. Друзья, кому экскурсии, Камал сидит возле отеля Кайла Хризантем сбоку. На Камала ссылки есть под каждым видео. Люди пропускают на зебре, ура! У нас как-то не очень, он хотел нас переехать. Месут отель. Мы сидим на релаксе, пляже. Вот он, кафешка, она не работает. Время 7 часов 26 минут, мы сели. Ни одной лавочки, естественно, видео большое либо выйдет, либо вышло, где я прошел без пауз монтажа от пляжа Blue Wave. Потом мы вошли на Месут, повернули отелю, прошли по району оба, мимо Аджара, оба Стара, оба Тайма. И потом вышли снова на White Gold и шли по набережной. То есть, в принципе, можно сказать, весь оба Вестосмур пляжа почти прошли. Ни одной лавочки нигде нет, сюда уже спустились и думаем, будем сидеть, выгонят, так выгонят. Но я думаю, не выгонят, мы же спокойненько сидим, потому что сил уже нет идти. Смотрим на закат. Пыль тоже, вот тоже пыльные тоже он дела. Он на Конаклы и пыли еще опять много со стороны Газипаши. Я уже обрадовался. Я позавчера реально ходил и кайфовал. Небо было синее, светлое. Солнце было яркое. Сейчас солнце за пылью опять. Это не туча, это пыль, вот и все. Это капец, блин. Как оно уже достало все. Ну, это же перемешка. Перемешку, да. Ну вот видишь, оно видно, что солнце зачем-то. Видишь, это явно не туча. Заправочка, поворот на аквапарк там. Туда на фишмаркет. 9 часов 10 минут, друзья, там сидели, мы уже реально замерзли, в оба, в Тосморе, точнее, там уже реально так холодно было, прям особенно возле моря. Потом вот приехали, вышли здесь с автобуса, тут моментально тепло, то есть тут намного теплее. Я что-то думал, что даже если на Клеопатру сейчас пойти к морю, все равно будет намного теплее, чем в Тосморе. Вот как-то так, я вот часто это замечал, что в оба, в Тосморе всегда прохладнее. Вот, ну, я в кофте, в принципе... Да, такие футболки вечером все-таки будет, может, что-то. Не, ну вот сейчас, в данный момент, может быть, и футболки было бы нормально. Ну, такое лето. Ну, нормальная, наверное, майская погода. Потому что пекло-то и не должно быть в мае. Сейчас кому как повезет. Кто-то приезжал и в марте, и в апреле попадал на аномальную жару, знаете. Кто-то вот... То есть тут все пока... Стабильно будет только со середины июня, и потом уже июль-август стабильно жарко будет. Так, ну все, не знаю, буду сейчас снимать или нет. Пойду сейчас бегемота покормлю беззвучно. Может, даже трехлапки сейчас зайду, посмотрю. Такая прогулочка получилась. И видео вышло там без паузы монтажа, где долго шли по набережной оба Тосмора. Ну шо, сябровка моя минская, привет тебе с твоего любимого отеля. Не, классно. Пойдем трехлапку. Блин, этот плафон скинет. Я не знаю, как она его еще не скинула.
кстати, людей к вечеру ехали в автобусе, вот именно по набережному Байтосмара людей больше стало, именно по набережной. Я, ну, не факт, что они все прям туристы, ну, хотя местные вряд ли вечером будут там гулять так массово. Люди, да, скорее всего, после ужина такие туристы. Да, где наш цветочек трехлапкин? Трехлапный цветочек. Это не она сидит? Трехлапка, это ты? Это ты, да? Привет. Сейчас кушать тебе вкусняшку дам. Привет. Привет, звезда моя. Только не трогай плафон, я тебя прошу. Ладно? Сейчас будешь вкусняшку кушать. Сейчас, сейчас. Как она гладится. Ну, ты на трех ножках так устойчиво себя чувствуешь довольно, да? Молодец. Сейчас кушать. Емотику не показывал, руки были в виде кошачьи. Это беззвучно. Привет. И скажи пока все. Беззвучно. Ты мурлыкаешь, не? Классно. Сейчас.